Челнинцы отметили День России. В минувшие выходные в Парке Победы развернули массовые гуляния, посвященные этому празднику. Выступления творческих коллективов, песни и танцы. Все это вместе со зрителями оценила и корреспондент программы «Челны-24» Марина Ильина. День России – это символ единства и демократии. Празднование собрало в Парке Победы значительное количество народа. Ведь именно здесь проходит масштабная городская развлекательная программа, посвященная этому дню. Для челнинцев выступили творческие коллективы. Они пели, танцевали, играли на народных инструментах и даже устроили мастер-класс по танцам для всех желающих. Предложение освоить новые движения пришлось горожанам по душе, как и другие выступления артистов, которые зрители встречали бурными аплодисментами. Многие пришли в Парк Победы целыми семьями. Идею таким образом отметить День России челнинцы оценили по достоинству. Праздник хоть и молодой, но очень важный. Праздник очень хороший, такой замечательный, светлый день, такой великий праздник. День суверенитета Российской Федерации. Как здорово, что в наш народ начали вселять вот этот дух патриотизма, чтобы люди вспомнили наконец о своем единстве. А сегодня такой праздник великолепный. Праздник России. О значимости Дня России напомнил и мэр Наиль Магдеев, который также поздравил челнинцев с праздником. Сегодня по всей нашей объятной и необъятной великой в стране Российской Федерации, России, отмечается пусть молодой, но общенациональный праздник – День России. Праздничная программа, посвященная Дню России, проходила на четырех площадках. Помимо Парка Победы, массовые гуляния прошли в Парке культуры и отдыха на ГЭСе, на Бульваре энтузиастов и на Шишкинском бульваре. Посетить их могли без труда жители практически любой части города. Марина Ильина, Дмитрий Кравченко, Челны-24.